Всем привет на канале Припрес. Сейчас специально для группы Творкун такого блога покажу, как сделать из такой картинки четкую красивую в фотошопе. Так, сохранили мы картинку себе на диск. Ой, это фигня. Как-нибудь потом вам покажу. Открываем файл. Вот у нас есть такой файл. Что мы с ним можем сделать? Надо сделать его как можно больше формат, ну, который вам необходим. 460 пикселей. Ну, я начинаю от 600 пикселей. То есть, в принципе, этого мне вполне достаточно. И сама картинка будет хорошего качества, но очень мало весить. Окей. Переходим в Image Adjustments. Gradient Map. Нажимаем на полоску, выбираем черный цвет и играемся ползунками. Допустим, это у нас будет так. Думаю, замечательно получилось. Дальше вы можете с этим изображением делать все, что угодно. Вы можете перевести его в вектор, подправить, сделать красивые сапоги. Я сомневаюсь, что их можно будет потом продавать на фотостоках, потому что это все-таки какая-то картинка. Поэтому просто используйте в своих нуждах. Сохранить. Предпочитаю сделать так. Файл. Save for web. 600. JPEG, можете поставить 9 даже качество, 90 quality. Этого более чем достаточно. Мало того, что вы потом это же изображение можете увеличивать 10 раз. Это, так сказать, архив изображений, если кому-то надо хранить много информации, много картинок на своем компьютере, а место поджимают всегда. Неважно, какие у вас винчестеры, место всегда нужно. Сохраним. Replace. Готово. Всем спасибо. Пока. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, обращайтесь. Пишите мне на почту. Поддерживайте канал. WebMoney в описании есть. Спасибо.